Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Первый тайм начался. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Алан Патрик. Тайсон. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Арлос. Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Мяч перешел к другой команде.